дорогие мои подписчики, гости моего канала Лола ТВ опять с вами. Дорогие мои подписчики, сегодня будет обзор про детские вещи. Фивзибей нам поможет, расскажет про свой сервис, про цены и про ростовки тоже. Фивзибей, лютфан, ярдам япар мысынез? Модельлерни горсете билер мысынез? 5 и 8 лет, да? Это по 10 долларов. Так, вот это вот тройка, 10 долларов, смотрите. 100% хлопок, очень приличный костюм даже. Брюки. Брюки, рубашка, внутри футболка. Это так, вот такая еще есть джинсы, тройка, жилетка, джинсы. 5 и 8 лет. 11 долларов. 11 долларов. Видите, ростовки уже побольше, и цены уже добавляются пару долларов. Так, я на Нейвар. Это есть летняя вот такая. Тоже вот такая тройка, здесь идет джинсы, ой, сзади вот такая вот аппликация, очень красивая жилеточка, внутри футболка, так, сейчас узнаем, сколько стоит эта красота. Это 6,9 лет. 6,9 лет, ростовка большая. Это 13,6. 13 долларов и 6 центов. Так, поближе покажу. Вот так вот выглядит сзади. Джинсовая такая жилетка. Брючки тоже джинсовые. Так, есть еще вот такая тройка. Смотрите, ростовка большая. От 6 до 9 лет. Внутри такая футболочка. Джинсы на резиночке. Вот смотрите сзади, как сделано. Вот такой капюшон есть. И такая прям классная аппликация. Да, на джинсовую жилетку. Ростовка приличная. Цена... Тройка такая. 14 долларов. 14 долларов. Там есть, да, другие расцветки. Мы сейчас просто показываем цены и ростовки. Когда будем делать закупку, я покажу все расцветки. Так, здесь такой тигр. Внутри футболка. Мягкий, хороший трикотаж. Джинсы. И вот на жилетке тоже сзади. Видите, как классно все сделано. Так, ростовка тоже. Да, так же. Сейчас скажем. От 7, да, ростовка? 6,9 лет. 6,9 лет. Это 12,5. 12,5 долларов. Есть вот такая вот тройка, еще. Смотрите. Тоже внутри футболка. Имеются брюки джинсы, вот брюки вот такие. Сзади тоже. Угу, сзади тоже. Кармашка рабочий. Да, деньги туда доложить. Так, ростовка какая и цена, пожалуйста. Угу. 6, 7, 8, 9 лет. От 6 до 9 лет ростовка. Это 14 долларов. Стоит 14 долларов. Вот это вот джинсовая тройка. Так, покажем еще большие ростовки. Так. Так, здесь такие кеты внутри, где футболочка нарисована. Джинсы. Сзади вот такая вот тоже аппликация на жилеточке. Эта тройка тоже большая ростовка. От 6 до 9 лет. 14 долларов. 14 долларов эта тройка.
Так, вот такая еще тройка, смотрите. Тоже большая ростовка. Внутри футболка, жилетка, джинсы. Брюки вот такие. Угу. Так, на жилеточке. Здесь ничего не сделали, только кокеточка. Так, ростовка тоже большая. Стоит, сейчас узнаем сколько. Цена 13,5. 13,5. А, 13,5 долларов. Так. Вот так еще есть маленький размер. Это уже чуть меньше. От двух, по-моему, да? Да. Вот так. Тоже джинсы, видите, жилетка вот идет. Сзади смотрите, жилетки. Вот такая видите. Красота. Угу. Сейчас скажем, сколько стоит эта тройка. Цена 13 долларов. 13 долларов. Это маленький размер, еще больше размер. Угу. Есть вот эта модель побольше и есть поменьше. Поменьше он чуть дешевле на пару долларов. Угу. Сейчас тоже узнаем поменьше. Ростовка сколько стоит? Это по 12,5. 12,5, да? Угу. Вот выбор огромный, да. Тоже поменьше уже идет вот ростовка. Такие. Это от годика? Да. FDB от годика, да? От да, годика до 5 лет. До 5 лет. И внутри вот такая такие. Футболка, жилетка, джинсы. Смотрите, это все вышивка. Теперь. Не наклейка, да, вышивка. Так, сейчас скажем, сколько стоит. Так же, 12,5. 12,5, тройка. Это еще есть. Вот тройка. Такая еще тройка. Летний вот вариант, такие. Да. Вот тоже вот от годика до 5 ростовка. Сзади кармашки. Вот капюшон, надпись там идет, да. Угу. Краска. Угу. Сколько маленький стоит? Маленький размер, 2,5 лет. Также 12,5. Вот так еще есть. Вот такая еще, смотрите, тройка. Вот такая. Ой, там прям факел показывает. Надо же. Так. Брюки. Брюки, жилетка. Так, сколько стоит? Маленькие это от двух, да, или? От двух до пяти. Это 12 долларов. Это 12 долларов уже. Вот такой модель еще есть. Тоже вот такой. От годика. Ростовка. Вот тройка. Вот такие. Угу. Красиво все, да. Зонт вот так, да. Угу. Сколько стоит? Вообще выбор очень огромный. Ассортимент интересный. Это по 12 долларов. 12 долларов. Побольше ростовки покажите. Нас вот интересует это. Побольше. Вот тому это мы пришли размер. К вам. Так, вот ростовка побольше. Вот смотрите. Краска. Внутри футболочка. Вот сверху жилетка такая. Штанишки. Тоже джинсовые. Вот угу. Ничего нету. Сзади ничего нету. Ростовка какая и цена? Так, есть и другие, 4, да? 4, 5, 6, 7 лет. От 4 до 7. Да. Ростовка. Так. Сейчас узнаем, сколько стоит. Это по 13,5. 13,5, да? Угу. Вот еще вот такая ростовка есть. Тоже побольше, смотрите, вот дорогие. Больше разные. Угу. Футболочка сверху, жилетка такая, вся надписи. Брюки вот такие, да? Штанишки вот такие. Угу. Капюшон, да? Капюшончик снимается. Ростовка и цена. Это 4 до 7 лет. Угу. От 4 до 7 лет. Да. Это 14 долларов. 14 долларов. 14,5. А, 14,5, да? Угу. Еще вот такой модель еще есть. Угу, тоже да, похоже. Да, смотрите. Вот такие жилетки, да. Угу. Тролка. Кармана.
брюки вот это, да? Сзади ты ничего нет, а? Ростовка тоже. От 4, по-моему. Да, 4 до... Не, если 3 до 6 лет. От 3 до 6, да? Сколько в одном серии получается там? 4 штуки. 4, да? Угу. Это 14,5. 14,5. Вот эти вот тоже интересные. Яркие кармашки такие липятся. И если что, убираете, да. Тройка. Угу. Штанишки. Сзади трикотаж. Так, сзади трикотаж, а спереди идет джинса. Смотрите, как классно. Брюки джинсы. Вот эта модель интересная. Сейчас узнаем ростовку и сколько стоит. Это 2, 3, 4, 5 лет. От 2 до 5 лет. До 5 лет и стоит? Это 14,5. 14,5. Да. Тройка. Еще вот эта модель еще есть. Смотрите еще. Вот так. Футболочка. Да. Жилетка. Да. Надписи там, кармашки. Обманки. Джинсы. Брюки вот так. Вот так сделана штанина. Вот так. Сзади вот так сзади выглядит. Ткань джинса, а снизу вот это вот буковки, которые лепились. Трикотажной, да. Такой. Так, сейчас узнаем ростовку и сколько стоит. 2, 3, 4, 5 лет. От 2. 13,5. До 5 лет 13,5. Так, вот это вот тройка. Моделей очень много. Смотрите, даже есть это большая, с длинными рукавами. Если кто-то сейчас хочет еще. Внутри такой тигр прям. Тигр, а? Сверху. Как ветровка, как рубашка. Вот это вот. Брюки вот так. А, вот так джинсы идут. Сзади-то ничего нет. От 6 до 9 лет. Это 14,5. 14,5 стоит вот эта вот тройка. Да, вот так еще есть. Вот такой. Смотрите, рукав можно и удлинить, и если что, да, собрать, укоротить. Если и не будет, если хочешь летний бутылок. Да. Вот так будет. Брюки вот такие. Джинсы такие, сзади ничего нету, внутри футболка, ростовка и цена, пожалуйста. Ростовка 6 до 9 лет. От 6 до 9 лет. Цена очень хорошо. 3,7. 13,6. 13,70 центов, вот это вот тройка. Так, смотрите, модель очень много, цвет хаки, мой любимый. Зеленый свет. Вот внутри черная футболка. Рукава тоже собирается. Вот да, если что, удлиняется. Джинсы есть еще на ростовка. Она средняя, по-моему, не очень большая. Ростовки вот так еще есть. Что такое красное? Классные, да. Вот 5 до 8 лет. От 5 до 8 лет. Да. Вот эти вот тройки, смотрите, какие шикарные. Это 12,5. 12,5, да? Дорогие мои, если кому-то интересно, маленькие ростовки, вот есть и поменьше ростовки. Сейчас любую узнаем. Давайте вот это вот узнаем. Здесь идет трикотажные штанишки, футболка, жилетка. Смотрите, тоже такая сладкая, хорошенькая. Ростовку скажите, пожалуйста, и цена. Так, вот они. Здесь маленькие ростовки. Сейчас несколько вариантов узнаем. Это 6,5. 6 долларов и 5 центов, да? Вот это вот троечка, видите? Так, вот они все маленькие ростовки, смотрите, да. Расцветки оранжевые, темные, светлые, яркие, все разные.
сейчас мы уже будем показывать вам для девочек. Да, мы очень много продаем для мальчиков, вот для девочек сейчас покажем тоже. Это футболка вот такая. Так, внутри футболочка, сверху идет такая жилетка и капри. Да. Сейчас покажем сзади жилетки. Брюки вот так, да? Вот так вот сзади сделана тоже вышивка. Так, скажите, пожалуйста, ростовку FZB и, конечно же, интересует, сколько это стоит? От годика до 5 лет. От годика до 5 лет, вот да. Это вот троечка. Смотрите, и сколько стоит? Это 15 долларов. 15 долларов. Так, вот это еще. Другой модель, вот такая. Тоже такая хорошенькая. Вот такая. Очень даже симпатичная. Вот такая, да. Сверху жилетка идет. Брючки вот такие. Брючки как капри. Не полная длина, да. Вот этот зайчик мне очень понравился. Да. Сколько стоит и расцовка, пожалуйста? Есть расцветки. Вот это костюм, есть других расцветок. Вот. Это так. На годика до 5 лет. От годика до 5 лет. Это 13,6. 13,6. Это 6 центов? 6 центов. Угу. Вот это еще модель есть. Вот такие двойки уже, смотрите, модненькие. Штанишки и как пончо. Интересно тоже все. Сколько стоит? Тоже ростовка от годика до 5. Да. Это по 12,5. 12,5. Еще нас интересуют вот эти вот джинсовые. Да. Красивая сумка, да, вот сумочка. Такие. Внутри у нас вот такие Микки Маус. Не одни, даже три Микки Маусики. Да, а, вот нет, такие. Две Микки Маусики. Жилетка. Вот такие, это сумка. Сумочка. Это брюки вот такие. Угу. Это сзади того так было. Вот сзади вот такие аппликации. Сто, сколько стоит? Ростовка от годика до 5, по-моему, да? Расцветки еще есть, и синие есть. А, есть еще темные расцветки, да. Ростовка на годика до 5 лет. До 5 лет от годика. Это 15 долларов. 15 долларов с сумочкой, которая. Потом вот такие модели есть. Вот это такой есть. Еще, смотрите. Вот такая. Угу, футболочка. Вот такая. Так, это рукав на жилетке прям прилепили. Да, так, штанишки. Вот ростовка от годика до 5. Да, сейчас почти. Скажем, сколько стоит эта тройка. Цена 16 долларов. Это. 16 долларов. Вот это вот симпатичный, есть. Очень даже хороший. Вот такая. Угу. Внутри жилетка футболочка. Вот угу. Сверху вот идет жилеточка. Брюки. Вот эти здесь такие резиночки. Брюки вот так и вода. Вот так вода. Угу. Брючки не полная длина, как капри будет выглядеть. Так. Ростовка от годика до 5. На годика до 5 лет. Это 16 долларов. 16 долларов. Так, есть еще вот такая вот тройка, смотрите, вот внутри тройка. Футболочка, сверху вот жилетка, угу. Сделаны вот такие оборочки, да. Джинсы. Брюки вот так, да? Угу. Скажите ростовку и сколько стоит? До 5 лет. От годика до 5? Да, вот так. Это 16 долларов. 16 долларов. Расцветки есть. А, есть расцветки. Да, вот такая расцветка еще есть. Потом вот сейчас покажем вот есть. Такую вот вам вот тройку Микки Маус. Микки футболка, Микки. Жилетка, получается еще джинсы у нас. Брюки вот так была. Угу. Микки Маус сзади вот. Угу. Ростовка и цена? Ростовка, скажем вообще. Сейчас скажем ростовку. Это 5, 6, 7, 8 лет. От 5 до 8 лет. Да. Это 14,5. 14,5. Это тройка. Тройка. Вот так еще. Так, есть вот еще вот такая есть. Тройка тройка тоже. Тройка. Большая ростовка вот тоже. Это ага. Так. Руки вот так. Задите вот так. Ага. Ростовка и цена. Мы
5, 6, 7, 8 лет. От 5 до 8 лет. Это 14,5. 14,5. Моделей очень много, смотрите, вообще. Модели. Даже не знаю, вот что снимать. Жилетки так, вот так hello. Футболочка, жилетка. Да. Сзади -то вот так была. Тоже есть вышивка сзади. Идет вот джинсы. Была. На штанины тоже вышивка идет, да. Ростовка и цена. Для девочек тоже ассортимент это очень большой. До лет. От двух? 2, 3, 4, 5 лет. От двух до пяти лет. Это $13. $13 вот это тройка. Да. Вот так еще есть. Вот такой еще Микки Маус, смотрите. Ой, какой милый. Микки Маус. Угу. Вот так. Так, на штанины вот тоже. Такие, это все вышивка. Сзади это вот тоже так. Вышивка. Так. 2 до 5 лет. От 2 до 5 лет. Это $13. $13 вот это вот тройка с Микки Маусом. Смотрите, есть еще вот такой нарядное. Здесь идет камушки на шляпке. Сейчас поближе покажу, смотрите. Юбки была. Так, вот такая юбка здесь, жилетка, и внутри такая нарядная кофточка. Сейчас скажем ростовку. Это 5 до 8 лет. От 5 до 8 лет. Сейчас скажем, сколько стоит. Это $19. $19. Еще есть подростковые платья. Есть со жилетками, есть отдельное платье. Хотя бы на один вариант скажи, пожалуйста. Фиат энд Сулермисон? Это $18. Это $18, да. Смотрите, подростковые. Есть еще вот такие. Вот это тоже скажи, пожалуйста. Бренда Фиат энд Сулермисон. Это была жилетка, да? Здесь есть еще другие расцветки. Смотрю это сзади. $18. Тоже $18. Платьюшка и жилетка. Рассовка от 5, по-моему, да? Вот так. Угу. Отдельное что платье тоже. Вот так я вам сейчас покажу весь магазин. Есть вот такие нарядные двойки, смотрите. Интересные. С шифоном, с гипером разными. С шляпами, с каприками. От 3 до 6 лет. От 3 до 6 лет. $13. $13. Там идет джинсы, шляпа и кофточка. Дорогие мои подписчики, с этим мое видео заканчивается. Спасибо всем за просмотр. Дорогие мои подписчики, если эти модели вам понравились, пишите мне обязательно через WhatsApp. Будем делать закупку в этом же магазине. С этим пока, дорогие мои подписчики. Берегите себя. Я вас всех люблю. Пока!